Социальный проект «Карта Приморец набирает обороты». Получить ее могут пенсионеры, инвалиды и участники боевых действий. Карта дает до 10% скидку в магазинах и разные льготы. В проекте участвуют уже 334 торговых предприятия, а также учреждения здравоохранения и культуры. Команда врачей поедут по селам Приморья. Я не знаю, как всегда. Команда врачей поедут по селам Приморья. До конца года они посетят 10 населенных пунктов. Хочу осмотреть пациентов, стоящих на учете, и определять им лечение. Так приморцы смогут получить медпомощь. И не городов, и сел. Не покидая своих городов и сел. Приморская делегация примет участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Она состоится в июне. Делегация проведет на ярмарке день Приморского края. Также предоставить возможности сотрудничеству китайских Также предоставить возможности сотрудничеством китайским партнерам.